предыдущей серии. Летучие мыши! Что происходит? Наши руки с тобой исчезают! Я не могу говорить! Эта игра украла мой голос! Мама! Я меня исчезаю! Солнышко, спасибо! Ты меня спасла, моя рыбка! Ой, любовь! Ничего, мы с тобой выберемся из этой игры, я тебе обещаю! Мы сейчас пройдем все задания и вернемся в свой реальный мир! Бросаем кости, нам надо играть эту сумасшедшую игру. Я стала мама. Ай-ой-ой. Ой, что это? Почему я такая маленькая? Ты что, стала Варей? Я стала тобой, а ты стала мной. Ой, мои глазки, мои ушки, мои волосы. А у тебя мои глазки, мой носик и мой ротик. Дочь! Что, мама? Моя мама. Моя мамочка. Я хочу дочь. А я хочу быть назад с собой. Вот со мной конфеты надо съесть, а потом вернемся в свои тела. Вот со мной конфеты охраняем лес. Смотри, вон лес. Смотри, вон лес. Вижу, вижу. Побежали. Ну сейчас ищи лева, а я достану конфет. Хорошо, мамочка. Как страшно. Боюсь. Ой, как боюсь. Но я же смелая. Я же сильная. На тебе. Пока тут растает лева, я возьму ценные конфеты. Мамочка, дай мне конфетку скорее. Смотрите. Давайте волшебную конфетку съедим. Варя снова, Варя. Ура, я снова мама. Получилось. Ура, моя дочечка. Наконец-то мы уже в своих телах. Нам надо закончить эту безумную игру. Ты просто не прочитала инструкции. Надо было прочитать инструкции, чтобы эта игра нас с тобой не затянула. Надо дойти до конца. Мы обязательно закончим эту игру. Ты мне обещаешь? Да. Хорошо. Я верю в нас. Мы сильные. Да. Мы справимся. Дочь, заканчиваем эту игру. Бросаем кости. Теперь ты. Давай закончим эту игру. Давай. Варечка, где мы оказались? Что? Это же джунгли. Боже, куда эта игра нас занесла? Побежали! Мамочка, я не боюсь никуда!
30 минут. Где она может быть? Давай по следам. Побежали по следам, по следам. Боже, с ума сойти. И буду найти этот каблок. Динозавр, иди мне на каблок. Смотрите, я нашла ее. Но надо спины другого динозавра. Надо достать ее. И сбила, я сделала. Наконец-то эта игра опять с нами. Ну что, побежали к динозавру, заберем у него этот волшебный ключ. Выбросим эту игру наконец-то и закроем ее. Побежали? Побежали. Инструкцию. Когда вы не играете, не прочитайте инструкцию.